За калитку пойдем? За калитку пойдем? Кить, пойдем за калитку. Пойдем? Вот так вот шина стоит. Это закрывать, чтобы Кити, она вот в эти отверстия вот такие вот пролезает. У меня были сделаны, но все равно, когда я ухожу, с кирпичами обложили, чтобы она не пролезала. Но получается, вот все равно как-то пролазь. Даже вот тут вот делала веревкой, все равно. По-моему, нашла вот сюда вход. Достаточно большая для нее, она пролазит сюда. А сеточка у меня была, так она загнила, к сожалению. Надо что-то думать другое. Пока вот эту шину закрываю. И вот эти вот. Вот такая самостоятельная. Ну, тут не страшно гулять. У нас достаточно спокойно. Если собаки, я, конечно, успеваю их увидеть, взять ее на руки, потому что она немножко скандалистка. Спокойно не может пройти собак. А так собаки реакция, конечно, непредсказуемая может быть. Поэтому вот так. Друзей пока ее мало приехало. Скажем так, даже почему-то вот только одного сегодня встретили. Ну, пока будет вот с таксенышем буржуем дружить. Остальные ее самые любимые — Одри. Одри и Рорик, он реагирует. Приедут позже, да? Потому что там дети учатся. Да? Машина там вдали есть. Машина. Машина прыгает. Так что вот погуляли, походили. Давай домой, 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 домой. Все, она знает, где дом, где чего. Это, конечно, калитку не дверь, не открыть. Давай, Таня, откроет. Давай, зачушь, иди. Так вот. Ну, так проходят дни на воздухе. И вот она целый день. То есть мы уходим, ну, она выходит с утра на свой трон и целый день проводит на воздухе. И вот сейчас уже, конечно, прохладно, поэтому часов 9 я ее выношу, ну, даже пораньше. А если теплый день, так она не хочет домой. Она улица, улица, все, ее стихия. Иди на трон, Китюш, иди на трон, иди на трон. Давай, давай, на трон, на трон. Вот так вот, на трон. Давай, давай, на трон иди. Все, умничка. Молодец. Паю ямку, Китя помогает. Да, Китя? Вот так вот. Иди сюда, помощница. Иди сюда, помощница. Да. Ямочки под петрушку и кинзу делаем. Да, помидорки тут будут любимые. Будешь помидорки? Есть любимые. Да. Вот так вот занимаемся, занятия. Да, Китюшка, помощница. Китюшка-помощница, да, зайка-хвостик помогает, радует, обдувает, чтобы жарко не было в парнике, да, Китюшка? Вот, луночки. Все, Китя все проверила. Петрушка по краям и немножко кинза. Крышу, вот что с трубой. Сейчас буду выправлять. Вот, на крыше сижу. Привет, привет. Не знаю, вот так вот покосило. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Надо как-то нацепить на эту резинку, наверное. Сейчас посмотрю. Снег кружится, летает, летает. Все, подключили все собаки округи. Перекличка вечерняя. Это означает, кто знает. Там где-то лает, Китя отвлекается. Я это называю перекличкой. Кто тут, кто приехал, кто не приехал, кто живет, кто не живет, кто на празднике, кто на совсем, кто все время тут живет. Вот они общаются.